Зима все ближе, на водоемах края начинает появляться ледовый покров. Для краевого МЧС это время повышенной бдительности. Особенно много хлопот сотрудникам управления доставляют рыбаки, которые с поразительным упорством каждый год в это время начинают рисковать жизнью. В МЧС обратились к любителям зимней рыбалки с просьбой не спешить. Лед не окреп в ноябре, декабре. Значит, толщина льда недостаточна для передвижения. Безопасный лед для одного человека – это 7-8 сантиметров. Значит, для прохода одного человека он безопасен. Для группы людей безопасным считается лед толщиной не менее 25 сантиметров. О том, что выход на лед разрешен, можно узнать на официальном сайте регионального управления МЧС, на сайтах администрации районов и городских округов. В ГИМС напоминают, в прошлом сезоне на водоемах края тонкий лед стал причиной 5 происшествий, в том числе смертельного.